До нашої студії завітали Василь Цимбал та Ілля Котов, організатори фестивалю «Кубок Ольвії 2017». Вітаємо вас в нашій студії. Справжні рицарі, справжні чоловіки завітали до нашої студії. Що ж за турнір ви сьогодні у нас презентуєте? 20-21 мая на території Николаївської конно-спортивної школи ми організовуємо і проводимо второй міжнародний фестиваль по історичному середньовіковому бою, який називається «Кубок Ольвії 2017». Це буде масштабне мероприятие по історичному середньовіковому бою, дуже серйозному виду спорту, дуже динамічно розвиваючомуся в країні, офіційно признаному. К нам съедутся очень большое количество команд, вот, очень большое количество клубов, и из Украины лучшие рыцари, и из ближнего зарубежья. В общем, будет настоящая средневековая битва целых два дня. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що наші гості сьогодні прийшли не з пустими руками, у них є подаруночки, ви можете отримати квиточки на Кубок Ольвії 2017, просто зателефонувавши до нашої студії, поспілкувавшись з нашими гостями, вони підготували для вас якесь питання, це буде інтрига, а поки ви набираєте телефончики, пропонуємо вам переглянути анонс події, анонс турніру Кубок Ольвії 2017. Сейчас это просто поле, но совсем скоро оно станет полем битвы. Кубок Ольвии 2017. Рыцари ждут вас в Николаеве. Чекаємо наші дзвіночки для того, щоб отримати квиточки на Кубок Ольвії 2017. Я до організаторів звертаємось найголовнішим питанням. Чим будете дивувати, окрім таких масштабних боїв? На самом деле у нас запланирована дуже велика програма, тому що ми хочемо, щоб гості нашого фестивалю погрузились в атмосферу середньовіков'я. Тому помимо повноконтактних рицарських настоящих боїв, які заплановані у нас, тобто як спортивна велика составляюча мероприятия, у нас дуже багато там буде цікавих моментів. А іменно, ну, кілька інтерактивних точок, именно рыцарских, тематических, то есть это будут и бои на мягком снаряжении, это можно будет одеть настоящие рыцарские доспехи, это лучный тир, это замечательная тематическая фотозона, это бои там на снаряжении ножевиков, да, у нас там, да, что я забыл, ну-ка подсказывай. Гладиаторские бои. Да. У нас будет исторический тематический квест для детей, у нас будет мастер-классы для самых маленьких, где они научатся рисовать рыцари, лепить из пластилина, все связанное с тематикой и, конечно же, парад. Ми маємо дзвіночок від наших телеглядачів, вже зацікавились люди вашим турніром. Алло, вітаємо, ви в ефірі. Алло, здравствуйте, доброго. Здравствуйте. Доброго ранку, представтесь, будь ласка. Мене зовут Віктор. Вітаємо вас, Вікторе. Передаємо слово нашим гостям, яке питання підготували до телеглядача. Віктор, такий вопрос для вас. Вы просмотрели промо-ролик и, в принципе, имеете представление о том, как проходят бои. Внимание, вопрос. Без чего рыцаря не выпустят на аресталище? Без защитного шлема, наверное, без орудия какого-то. И абсолютно правильно, абсолютно без шлема, без шлема, да. Никогда не выпускают никогда рыцаря не выпускают, на аресталище. Да, и что, вы выигрываете билет... Взрослый на два дня, но это еще не все. Если вы назовете сейчас три самых известных рыцарских ордена исторических, то у вас есть шанс выиграть второй билет для своей любимой девушки, супруги или любого человека, которого вы захотите взять с собой. Хорошо. Давайте. Ну, я знаю рыцарей ордена тамплиеров. Да, есть один раз. Орден. И на этом, наверное, все. Да, давайте мы поднапряжемся, да. И еще подумаем. Да. Вместе. Кто еще был у нас? Вот у нас есть такое заведение, как больница. А еще он называется Орден Крестоносцев.
И кто хотел срезать по льду? Кто хотел срезать по льду на Чудском озере? А, ну это вот это орден крестоносцев или как-то? Ну, алло. Google в помощь. Ну, Deutsche Soldaten. Я хочу честно без Гугла выиграть. А это, да, это существенно снижает шансы. Так, в любом случае, один билет уже ваш, но мы сейчас повоюем за следующий. Если есть больница, это военный госпиталь, то орден может называться орденом... Орденом врачей. Орденом... Врачей, орден врачей, орден госпиталя. Ну, Красного Креста, как Кристон... Да, вы добрейшие были, бывшие врачи такие. Но, значит, один человек, один будет у человека, наверное, билет. Да. Вот. И кто-то еще сегодня выиграет еще билеты у нас, я думаю. Дякуємо вам, залишайтесь на лінії для того, щоб залишити ваші координати. А ми чекаємо ще на дзвіночки, дорогі телеглядачі, не втрачайте можливості отримати квиточок на Кубок Ольвії 2017. Питання залишається таким же. Три назви лицарських орденів і він ваш. А ми продовжуємо, зупинилися на тому, що будуть розваги навіть для дітей, будуть розваги для дорослих. Але ось мене зацікавило те, що можна буде приміряти лицарську броню справжню. Совершенно верно. Действительно, мы планируем в этом году масштабную фотозону, и, естественно, будут возможность одеть настоящие доспехи, вот такие как красивые, как на нас, вот, то есть, чтобы люди почувствовали, что такое быть настоящим рыцарем. Поверьте, это очень непросто, это не мальчики, которые для показухи какой-то бегают в этом, это серьезные спортсмены, люди, которые носят на себе много килограмм стальной брони и очень легко вот так вот в ней вот двигаются, иногда делают сальто-мортале, вот, если здоровье позволяет, и вот такими вот... вещами крепко машут и бьют друг друга по голове, и куда еще попадет. Бачи вмятины на шоломе, мы разумеем, что действительно удары боевые, масштабные. Да, это травмы боевые этого шлема, но вот зато у него травмы, у меня нет. Вот, то есть лучше, чтобы они были на шлеме, чем на голове. Соответственно, как вот тут тоже можно посмотреть, как бьют и по ногам, или, да, вот, и по нашим всем доспехам. Есть... Маем еще звеночек. Зацікавились, значит, глядачи, вітаємо, ви в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Доброго ранку. Представьтесь, будь ласка. Доброго. Максим. Очень приятно. Вітаємо вас, Максиме. Питання те ж саме. Три лицарських ордени. Чекаємо від вас відповідь. А предыдущего можно тоже включить? Ну, что получается? Госпитальеры, тевтонцы и тамплиеры. Совершенно верно. Госпитальеры, тевтонцы и тамплиеры. И вы выигрываете билет на два дня на наш фестиваль. Но, как обычно, мы стараемся не отпустить вас с одним билетом, потому что иначе вам было бы скучно. Давайте попробуем побороться за следующий. Какой разрешенный вес одноручного оружия рыцаря? Вот такого вот замечательного меча. Как вы думаете, сколько максимально может весить вот такой вот клиночек? Если старые славянские, то там до 11 килограмм они идут, а здесь я предполагаю до 6. До 6 килограмм, да? Да. А я вот им так легко машу, да? Вот? Ну, так вы же не маленький. Ну, я не маленький, согласен, да. И вы представляете, вот эти 6 килограмм влетают кому-то вот так вот, вот жестко в голову, ну, так, да? Это же, наверное, мужественный, наверное, вид. Воины. Вы думаете, что 6 килограмм, да? А есть стандартные гантели на 5 килограмм, и сколько в среднем взрослый человек может, скажем так, качнуть эту гантелю? Ну, смотря какая у него физическая... Подготовка, да? Развит. Ну, раз там 30-50, наверное, может. Ну, и если он не тренировался перед этим, он не сможет пока поднять. Да, а если тренировался, то, я думаю, раз 100-200. Да, да. Но 100-200 это среднее количество ударов за один бой, в принципе, наносит рыцарь. Возможно, вы хотите скорректировать свой ответ. Последний шанс. Нет, все-таки я склоняюсь к тому, что около 6 килограмм. Ну, жаль, потому что вот такой клинок, на самом деле, вот такой клинок, весит максимум до 2 килограмм. Это турнирный меч, и турнирные мечи, которые одноручные всегда во всей эпохе, весили до 2 килограмм.
именно для единоборства рыцарь с рыцарем. Если мы говорим о вот таких вот вещах, как у Ильи, это называется фальшон. Вот он весил до 4 килограмм, вот, потому что на самом деле махать такими вещами целый день довольно сложное занятие. Вот, поэтому мечами вот такими рубили, и как бы, вот если мы говорили об алебардах, там да, там 6 килограмм, а вот для таких вещей это 4 килограмма максимум и 2 килограмма максимум для одноручного оружия. Но у вас есть билеты, мы ждем звонков наших телезрителей. Залишайтеся на зв'язку, чекаємо ще на дзвіночки. Тож повертаємось до теми того, що можна буде приміряти на себе абсолютно. Совершенно верно, да, совершенно верно. Можна буде все примірити, можна буде все попробувати. Как бы очень интересно всегда почувствовать себя в этом всем комплекте, что мы к ним привыкаем. На самом деле не индивидуальный, вот для каждого человека, как Ильи у меня, это для нас специально каждого делается комплект. То есть от чужого доспеха тебе будет проку мало, потому что он как вторая кожа. Ти в ньому привикаєш двигатися абсолютно, робити все, що тобі как бы нужно. Вот, воевать. А ось яка загальна вага лицарського знаряддя? Ну, смотрите, в класичному варіанті, да. Это следующий вопрос, да. Это следующий вопрос. Но скажу так, что разный доспех, потому что для разного назначения, для общих битв, да, каких-то масштабных, это может быть более серьезный доспех, комплект. Вот то, что вы видите на нас, это по сути конец 14-го, начало 15 века, да. Собственно, и это и есть формат для мероприятий и всяких фестивалей и турниров по историческим средневековым боям, но просто разный вес комплекта, учитывая материал и так далее. То есть он как и в средние века весил определенные, так сказать, значения, да, было числовое, то точно так же и сейчас. Есть более тяжелый, есть более легкий. Mm-hmm. Вот на мне более немножко тяжелый комплект, на Илье более легкий комплект, потому что есть комплект для турниров, вот это больше для турниров комплект, да. На мне комплект для более масштабных таких массовых сражений групповых, потому mm-hmm. что там больше шансов и риска получить какую-то травму, ну, вот серьезную. Поэтому различается вес и различается тип доспеха. Поэтому вот следующий у нас действительно будет вопрос, какой... Сколько же весит в среднем? В среднем, да, рыцарский доспех. А ось для фотозони це буде універсальне знаряддя, чи, можливо, особливо для таких мужніх чоловіків? Такі дівчата, як я, не зможуть його на себе приміряти. Знаєте, я вам відкрию, наверное, страшну тайну, но у нас в національній збірній України по нашому виду спорту є прямо часть женської збірної, да? І в кожному уважаючому себе клубі, альянсі рыцарському присутствують жінки-бойці. От не так давно зараз пройшов міжнародний чемпіонат «Битва націй», да, в Барселоні більше 70 стран участвують. Наша дівчинка, воїн Ирина Ильницкая, которая, кстати, у нас будет в судейской бригаде на нашем фестивале, вот, из клуба «Люксембург», из города Одессы, привезла золотую медаль в Украину, как бы, в женской номинации, заняв первое место в номинации «Баклер-меч», да, по-моему? Абсолютно верно. Так что для девушек вполне можно подобрать тоже доспех или часть доспеха и одеть, померить и даже, наверное, повоевать. Повернулася до тематики учасників, хотілося б спитати, кого ж плануєте, хто будуть гості, які приїдуть на турнір, і хто буде представляти нашу Миколаївщину? Ну, смотрите, прежде всего, очень большое количество бойцов из различных городов Украины. Здесь и Харьков, здесь и Киев, здесь и представители Донецкой сборной по ИСБ, здесь и Сумы, здесь и Хмельницкий огромный альянс Акра. Здесь много очень из Одессы клубов, очень именитых титулованных бойцов. Ребята из Молдовы, то есть ребята из Запорожья. Действительно, география фестиваля очень-очень большая, как бы много разных представителей разных городов, много из них наши хорошие друзья, с кем-то мы будем знакомиться впервые, как бы. То есть очень сильные ребята, опытные, многие из них являются членами национальной сборной Украины по историческим средневековым боям, только что приведшие тоже золото, победив российскую сборную там в одной из номинаций, выиграв золото, привезя в Украину. То есть будет действительно очень серьезные представители как бы нашего вот вида спорта. Угу. Вот, и все они едут сюда, они уже берут билеты, мы уже думаем, как их встречать всех с этой кучей доспехов, вот, как они должны попасть на фестиваль и потом уехать с фестиваля, шатры везут настоящие, то есть это все будет действительно средневековый большой такой праздник. Дійсно, можно будет окунутися в эпоху середньовіччя. Да, вот с головой. Мы будем делать все, чтобы это так именно и было. А ось які ще традиції середньовіччя будуть, окрім традиційних боїв, присутні на вашому турнірі? Прекрасні дами у сукнях конкурс будуть? Конкурс мокрых камис. Конечно, будут и прекрасные дамы, и, скажем так, борьба за чистоту веры, и будут также как бы наши друзья, которые будут представлять другие эпохи. Это и казаки, это и гладиаторы римской эпохи.
И все это в таком как бы общем танце истории закружит наших посетителей на целых 2 дня. Але не забуваємо про те, що це турнір і буде обрано переможців. Конечно. Ми вже сказали про те, хто буде одним з членів жюрі. Хотілося б про це детальніше. У нас дуже професіональна суддівська бригада. Дело в тому, що существує міжнародна асоціація в нашому виді спорту, це HMBA. Значить, і є акредитація у судей, це є міжнародні правила в нашому виді спорту. Тобто у нас буде присутствовать гофмаршал Сергій Клочко, дуже опитний суддя, акредитований з міжнародної акредитації. У нього прекрасна суддівська бригада, он тоже глава клуба, риттер из города Харьков. Судейская бригада у нас в этом году получается такая, что представить, вот он из Харькова, часть судей из Одессы, часть судей из города Киева, да. То есть очень представительные ребята, которые очень тоже много лет воюют, занимаются ИСБ и очень хорошо профессионально работают, судят. Ну вот, поэтому приглашаем этих ребят, они очень четко будут отслеживать все правила, номинации, бои, соблюдения боевых правил и допуск по снаряжению, по костюму, что имеет значение, чтобы все было правильно, четко, безопасно для самих же бойцов, потому что люди у нас горячие, ай, плечо оторвало, все равно я побегу. Нет, дорогие друзья, должно быть все правильно, потому что все должны быть потом живы. Вот, и чтобы побеждать, надо еще унести эту медаль, чтобы руки не отрубили. Да? Вот, поэтому как бы все это на профессиональном уровне обязательно будет. А ось якісь змагання для глядачів будуть присутні, окрім того, що будуть для них попередньо підготовлені розваги? Ну, в будь-якому випадку у нас буде можливість поучаствовать в так називаємих козацьких звитягах. І я думаю, що на другий день ми зробимо спеціальний конкурс для зрителей. Такий міні-турнір на м'якому снаряженні. Да, можно будет так сойтись в таких единоборствах. Очень, вам скажу по секрету, очень много таких вот боев, очень любят популярно мужья с женами. Вот приходят, одевают эти комплекты, берут мечи в руки, и такой начинается бой, что многим рыцарям только позавидовать. Это разрядка. Да, очень интересно, да, замечательно. Вообще можно рекомендовать для семейной практики. Антистресс. Да, антистресса, да. Що ж, дорогі наші телеглядачі, для тих, хто хоче зробити собі зарядку антистрес, для тих, хто хоче окунутися в епоху середньовіччя та взагалі пройти між епохами створення лицарських турнірів, пропонуємо вам завітати до Кубку Ольвії 2017. Нагадуємо, коли і де. Еще раз, уважаемые друзья, мы всех вас ждем на международном фестивале Кубок Ольвии 2017 по историческому средневековому бою, который пройдет 20 и 21 мая на территории Николаевской конно-спортивной школы. С 10 часов утра наш фестиваль открывается каждый день, и в 8 часов вечера он заканчивается. Туда можно свободно доехать. В начало рыцарского парада и торжественное открытие фестиваля состоится в 11 часов утра. И далее наша программа, вы ее можете увидеть и на нашем официальном сайте, набрав даже в гугле «Кубок Ольвии 2017», и в группе ВКонтакте, и в группе в Фейсбуке. И огромное количество, спасибо нашим дорогим журналистам медиа, нас поддерживают. Можно всю информацию увидеть, кто будет, где будет, когда будет и какая программа нашего фестиваля. Так что приезжайте, мы с Илюхой будем очень рады вас видеть, и все рыцари ждут вас на нашем фестивале. Організатори фестивалю Кубок Ольвії 2017 Василь Цимбал та Ілля Котов завітали сьогодні до нашої студії, проанонсували лицарський турнір.